Выращиваем томаты без рассады. Чтобы зимой не заставлять все подоконники рассадой, предлагаю попробовать обойтись без нее. Опять же уточняю, я не советую садить только так. Можно использовать оба метода, с рассадой и без нее. Если у вас не получится, то будет рассада, и вы не останетесь без урожая. Я всегда так делаю, когда экспериментирую с посадками. Ранней весной засейте 1-2 траншеи семенами томатов и накройте пленкой. Как только проклюнутся ростки, распикируйте их в другие канавки, оставив нужное количество ростков. Высаженные таким образом томаты отстают в плодоношении на 2 недели, но ведь у вас есть и рассада, так что задача будет решена, и вы будете обеспечены урожаем весь сезон. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.